Вы смотрите «Вечер на Рифее». С 1 января этого следующего года в Перми начнут действовать льготные проездные для школьников, пенсионеров и студентов. Единая электронная карточка будет стоить около 1000 рублей, но она будет ограничена 90 поездками. Сегодня у нас в гостях Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми. Мы как раз будем обсуждать новые правила перевозки по льготным проездным. Добрый вечер. Добрый вечер. Илья Анатольевич, первый вопрос. Значит, каких категорий граждан это коснется? Как мы уже сказали, школьники, студенты, еще кто? И местные пенсионеры. Вот это очень важно. Местные и федеральные пенсионеры. То есть те, кто вышел на пенсию, и у них в карточке написано, да, в пенсионном удостоверении, да, да, федеральный, вот их это не касается. Нет. То есть они как ездили, так и будут ездить. Итак, главная интрига – это, конечно, 90 поездок. Да? Казалось бы, ну, понятно, это где-то, получается, 3 поездки в день, да? Да, если так. Но вот студенты уже прям бунтуют, говорят, им не хватает. Может ли быть пересмотрено в отношении конкретных категорий граждан вот это количество поездок? Ну, конечно, давайте вернемся в историю этого вопроса. Угу. Это все-таки принятое обязательство городом Перми после монетизации, которая происходила в 2006 году. Поэтому это ровно те поездки, которые рассчитаны экономическим путем. То есть есть бюджетные средства, которые готов город, скажем так, льготу предоставлять отдельным категориям граждан, поэтому вот под эти поездки подсчитаны средства. Средства заведены в бюджет города Перми. Тем самым, то есть после того, когда мы начнем внедрение, надо от чего-то отталкиваться. Вот мы исходим из того, что 90 поездок – это оптимальный вариант. Если, ну, то есть это все равно отправная точка. Это отправная точка, да, по истечению, я не знаю, там, ну, наверное, первого все-таки квартала мы сделаем срез, по которому поймем, все-таки действительно 90 поездок – это нормально, ненормально, а самое главное, что может произойти перераспределение. То есть, предположим, школьник ездит меньше, студент ездит больше, пенсионер ездит свои положенные 90 поездок, тем самым, то есть, мы уравновешиваем вот эти 90 поездок для бюджета. То есть корректировка для отдельной категории может произойти? Конечно. Потом следующий этап, что мы говорим, мы можем развивать эту систему. То есть для начала ее надо запустить, затем развивать, то есть различные делать опции, скажем так, покупка там 60 поездок, покупка 90 поездок, покупка 120 поездок с какими-то определенными скидками. То есть это как бы будущее. Для того, чтобы, еще раз говорю, зайти в систему, нам нужно ее понять. Вот. Когда начнется продажа этих самых проездных, потому что все равно они должны быть приобретены заранее, тем более, что там уже праздники будут? Мы планируем, что на следующей неделе у нас будут подведены итоги по распространению данных льготных документов, и сразу же начнется их реализация. Ну, вообще, была такая день 26 декабря, примерно так и будет? Я думаю, что раньше. Даже раньше, да? Где можно будет приобретать эти проездные? Вот мы сейчас как раз определяем ту организацию, которая будет распространять. Конкурс проходит. Я пока о результатах конкурса не могу говорить, но я думаю, что я говорю, до конца недели мы уже будем понимать, с кем дальше будем Тогда работать. Тогда скажите, где можно будет посмотреть эту информацию? Мы сразу же ее выложим в эфир, то есть в СМИ. Полностью будет доступно. То есть мы, естественно, расскажем, но еще, конечно, можно будет зайти на сайт, конечно, посмотреть, конечно, да, городской администрации. Конечно. Дальше. Каким образом будет подсчитываться количество поездок? Потому что все равно понятно, что это должно быть, ну, какой-то там валидатор, каким-то образом это должно учитываться. Как? Это действительно через счетное устройство называется валидатор. Многие транспортные средства на сегодняшний день уже оборудованы. Останется только, чтобы перевозчики обратились к нам для того, чтобы мы установили специальное программное приложение. Уже некоторые перевозчики вышли на нас, уже устанавливают. То есть буквально, еще раз говорю, до конца месяца, я думаю, что большинство будет оборудовано. Но мы все равно говорим... Вот такое волшебное слово, вы говорите большинство. А к 1 января должно быть 100%. И так? Мы все равно говорим о переходном периоде, как бы то не было. Почему? Потому что в любом случае техника дает сбой, и, скажем так, и не весь персонал. Человеческий фактор. Да, человеческий фактор существует. Поэтому независимо от того, существует валидатор или не существует, перевозчик обязан перевозить льготные категории граждан. Для этого, еще раз говорю, льготнику необходимо получить этот документ. Он его предъявляет, а вот дальше сосчитан он, не сосчитан через устройство, это уже
скажем так, ложится на плечи непосредственно перевозчика. У нас остается всего там полминуточки, и я прошу вас ответить, тоже очень важный вопрос, да, понятно, что переходный период, он самый такой, ну, скажем так, чреватый какими-то недоразумениями, какими-то проблемами, да, каким образом, вот 90 поездок прошло, что дальше, за деньги, как? За деньги. То есть за деньги по полной цене? Да, пока за деньги. А там будет видно, да? То есть, ну и вы, наверное, будете обратную связь как-то отслеживать, конечно, то есть конечно. Жалобы, пожелания? Конечно, у нас телефон практически в круглосуточном режиме будет работать, мы это прекрасно понимаем. Но еще раз говорю, это издержки вот таких вещей, которые мы практически 5 лет уже пытаемся внедрить на территории города Перми. Ну, надеюсь, что в конце концов это все будет удобно, и в конце концов будут все пожелания и возможности учтены как города, так и тех категорий, которых касается вот этот проездной билет. Мы надеемся. Спасибо вам большое. Ну а вам, уважаемые телезрители, я напомню, у нас в гостях был Илья Анатольевич Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми. Мы говорили о введении новых проездных.